Привет, зритель! У меня здесь посылочка от Лалиф. Я выиграла дважды в конкурсе. У них один был конкурс ВКонтакте, конкурс отзывов на средства, которые у них когда-либо покупали где-либо. И один был розыгрыш среди оставивших отзыв на покупку на маркетплейсе Озон. И вот на Озон они мне, я не знаю, что я выиграла, они мне пообещали еще в октябре присылать, и вот до сих пор слали. А потом я выиграла ВКонтакте, и по весу она вроде как, ну, должно быть одно средство, но очень хочется надеяться, что они все-таки не забыли про тот еще розыгрыш, и, может быть, оба средства мне положили сюда. Тут как бы мой адрес... Сейчас я его как-нибудь отпилю. Но если ты что-то захочешь мне прислать и при этом мне давать требования, но при этом Почта России, ты можешь, зритель, у меня узнать в личных сообщениях этот адрес. Просто я его сейчас отдеру, чтобы можно было нормально, безболезненно открыть эту посылку, не светя свой адрес. Так, я вот как-то ее зверски вскрыла, теперь бы сообразить, как ее... Ларчик просто открывался. Хотя вот здесь вот надо еще пропилить. Да, тут действительно вау. Мне кажется, что это две одинаковых сыворотки. А нет, это не две одинаковых сыворотки. Круто. Простила лишь, что я в тебе сомневалась. Просто так, обычно первый раз, когда я у них выиграла это контур века, мне присылали, ну, сначала сообщение, что типа вы выиграли, поздравляем, бла-бла-бла, скажите ваш возраст и, значит, ФИО и данные куда доставлять. И после этого они мне ответили, что да, типа мы постараемся подобрать... Спасибо, типа, за ваш ответ, снова поздравляем за выигрыш в конкурсе и, типа, постараемся подобрать под... ваш тип кожи что-то. А в этот раз я отправила, ни ответа не приеду. Думаю, хоть у меня и ставлю обычно галочку, уведомление, что доставлено письмо. Но думаю, мало ли, может, они не прочитали в спам, попали еще куда-то пупырочка. Я обещала стрим запилить и засмотреть пупырку. У меня куча всего на монтаж, и сегодня 29-е, я не спавшая всю неделю как-то так. Вчера я, правда, пришла с Сосновой, на 5 часов отрубилась. Но потом вот так вот. Ну, короче, так. И я так это... Думаю, может, они забыли про меня. Мне же неудобно напоминать. А они не забыли, какие лапочки. Оно в новой упаковке. Я покупала, там другая, короче, красивая коробочка была. У Лалиф вот эта гиалуроновая сыворотка. Мне кажется, что другая. Надо будет мой обзор у себя на канале глянуть. У меня еще есть какие-то там черновые, тогда в шорцы. Я же в этом году бзикнулась на шорцы. Более часто стала снимать шорцы, в том числе на уходовую косметику и на декоративку иногда. Короче, и этот... Какие-то у меня видео, у меня даже есть видео полноценное шорт, когда записала, а до конца не смонтировала, как я делала обзор, значит, этой сыворотка в коробочках такая еще покупала у них там. Помогала прыщики мне убрать. И неровности на коже. И у меня еще есть черновик. Вот буду со следующего года, пока у вас у всех будут новогодние каникулы, пилить обзоры, освобождать планшет и флешку на этой камере. Там как раз был еще вот не шорт, а мой полноценный такой ролик с применением. Я реально так чисто на себе тестировала ее. И вот у меня как раз вот конкурс был, этот розыгрыш за отзыв на ту как раз сыворотку. Ну, у них одни все сыворотки. И вот на самом деле тут вот эта 3D гиалуроновая кислота, сыворотка для тотального увлажнения лица, ингредиенты, 4 вида гиалуроновой кислоты, витамин С, пантенол, водные гидролаты, брусники и алгаен. Надо это сфоткать, скинуть им или алгаен, не знаю, ВКонтакте. Ну, приятно же, когда вот ты выиграла, потом говоришь, спасибо, чуваки, я получила ваш этот приз. 30 миллилитров, 12 месяцев после вскрытия. Оно 8 декабря 22 года рождено. Оно же... А, да, оно живет 36 месяцев, ну, так все нормально. И не тестируется, кстати, на животных. На очищенную кожу лица 1-2 раза в день, утром и вечером. К
Курс 10-14 дней. Подходит под макияж, подходит для постоянного применения в качестве теста. В качестве теста индивидуальной реакции нанести на внутренний изгиб локтя. Для всех типов кожи не комедогенно. Очень классная штука вообще. Вот. Так. У меня тут зеркальное отображение, что ли? Да. Я на планшете просто управляю. Ну, думаю, я туда руку тащу, она почему-то в другую сторону. Ох, ножик уберу, вы как хотите, меня ножик смущает. А второе, я у них не пробовала, но хотела попробовать, а тут выигрыш, слушайте, так прикольно. Но одно дело, когда сам покупаешь, а другое дело, когда выигрыш. И вот у меня вот это, на что писала, вот то и выиграла. Очень классная штука, я думала потом на лето купить ее. Ну или даже на весну, ну в общем, она пока постоит, здесь не просит, не обязательно же ее вскрывать. Либо вскрыть, глянуть, как она. А другое я хотела попробовать у них. И вот я контур века тогда читала у них отзывы, хотела попробовать, я вот ее попробовала. Она у меня в уходе на январь заявлена, там вот, наверное, в пустых баночках января, потому что там уже немножко осталось. Мне кажется, даже флакончик как-то повыше стал. Флакончик из темного стекла, а у контур века прозрачный флакончик. Ну, те же 30 миллилитров. Может, дизайн немножко изменился, может, такой же. Честно, не помню, надо, в общем, глянуть на этом самом, в обзорах своих на канале уже. И я потом, наверное, на нее оставлю отдельный отзыв на Арике. Я писала отзыв на Арике на набор вот этой, ну, там, где 10 ампул по 2 миллилитра. Потом на контур века. Мимические морщинки он не удаляет, хоть и заявлено. Может, какие-то удаляют, не знаю. Мне он ничего не удалил. А они есть, когда щуришься. Или когда не выспался, нифига. А вот мешки под глазами и круги, вот эти темные места, он мне очень даже хорошо помог с ними. А это, короче, нежный пилинг фруктовый П номер П1. Для сухой чувствительной кожи. Вот, самое то. Я, конечно, уже этот, вот чего, я еще подумала, у меня же на декабрь-то заканчивается, он был в пустых баночках, у меня Swiss Image, скрабик, а еще же у меня от Белиты есть от, подарок от подписчицы Леночки из Франции, гамажик. Я думала, что его на январь или еще там куда-то приспособить. И что-то я забыла, у меня там только пенка и масочки, а тут он пилинг. Блин, надо было сначала посылку вскрыть, а потом уход записать. Ну, может быть, я его заиспользую. Тоже 36 месяцев. 12 недель на очищенную кожу лица нанести на 10 минут, смыть водой, нанести крем с сыворотку. В процессе экспозиции возможно легкое покраснение и чувство покалывания. При сильном жжении незамедлительно смыть водой. В качестве теста индивидуальной реакции нанести на внутренний изгиб локтя, не наносить на слизистые области вокруг глаз и губ, поврежденные участки кожи. Проверено дерматологами. В первый раз встречаю скраб, который надо нанести на 10 минут. Ну, в смысле нанести и оставить на 10 минут. Ну, попробуем. Этот посвежее. 27 марта 2023 года созданный. Тоже не тестируется на животных. Ну, вообще вся косметика от... Лолив, это русская, кстати, фирма, не тестируется на животных. Тут АХА, Виталь, комплекс фруктовых кислот, лактик, кислота, потом гликолиз какой-то, цитрусовая, малик, еще какой-то тартарик. Так и называется тартарик, прям рифму, блин. Центеллы экстракт, видимо, растение какое-то. Гликолевая кислота, комплекс растений, восстанавливающий, куча всяких растений, просто туева, активные компоненты. А вот здесь он есть и по-русски. Экстракт центеллы, там еще и на латинице или что-то в этом роде. Экстракт центеллы, комплекс растений, экстракты ромашки, мелисы, лемонграсса, шалфея, алоэ, корень женьшеня, молочный протеин. Бережно успокаивает раздраженную кожу, уменьшает зуд, снимает воспаление и синдром уставшей кожи, питает, придает бархатистость и сияние. Гликолевая кислота быстро и мягко очищает кожу, уменьшая следы постакне, осветляет пигментацию. Кстати, по поводу пигментации. У меня в детстве
долго-долго, я потом просто уже пропустила этот момент, когда оно прошло вдруг. Вот на шее всегда было такое пигментное пятно. Выглядело так, будто грязь. Трёшь-трёшь, а она не тирается. Ну вот на самом деле было пигментное пятно такое. Аха Виталь. Мягкий эксфолиант из фруктовых кислот деликатно удаляет омертвевшие клетки кожи, стимулирует обновление, выравнивает поверхность, насыщает влагой, сужает поры. Экстракт центеллы освежает цвет лица, снижает чувствительность. Ну и дальше идет восстанавливающий антиоксидантный комплекс. Это я просто читала с середины, тут сначала начала. Нежный пилинг, идеальный уход для обезвоженной кожи. Вот. Мне как раз именно такое и надо. Вы простите, что я тут зеваю. Я просто сегодня спала от силы, мне кажется, часа полтора. О. N1 и P1. Прикольно. Вообще, 3,8 pH. Вот. Отличаются. Вот это с золотисткой, а это вот такая. Не буду я их пока вскрывать. Посмотрю, у меня еще немножко осталось до конца месяца как раз этого гамажика с висимаш. Но, может быть, все-таки заюзу его в этом самом в январе. Вот, классно, спасибо, Лолиф. Вообще классно так вот. Ну, конкурсы такие, что реально все-таки призы. Они где-то там выиграла и тебя накололи. И вообще советую косметику не только потому, что там розыгрыши бывают, но и она реально очень классная. Ну и ВКонтакте там проходят конкурсы активности. Мне, если честно, просто лениво мониторить и каждый пост там лайкать, потому что там в течение ограниченного времени эти лайки учитываются, еще что-то. Но для тех, кому не лень, если вы этим пользуетесь, или там, по-моему, даже проводится чисто среди подписчиков, всегда есть шанс попробовать что-то новое. Совершенно за спасибо. Да, и, кстати, хотите поддержать канал, где-то вот облачко, вам скажу спасибо, в титрах, в телеграм-канале своем тыркну, на вкладке сообщества, ну и в видео скажу тоже спасибо, если такое случится. Ну и если вы пользовались косметикой Лолиф Натур, кстати, ну как она Лолиф, есть серия Лолиф Натур, а есть просто серия Лолиф. Насколько мне известно, еще у них есть чистая линейка такая профессиональной косметики, но я ее еще не пробовала. То просто поделитесь со мной в комменты. Если это будет написано не в стиле хейта, то я обязательно вам поставлю сердечко. На все добрые комментарии, на вопросы, если будут какие-то задавать, я постараюсь, конечно же, ответить. Если я вдруг что-то обещала записать и все никак не запишу, можете нежно пнуть меня в комментариях. Я постараюсь исправить. Со всех с наступающим Новым годом. Ну и всем пока!